Видео начинается, показывается площадка, вот я иду на подтягивание, пятачок делаю, классика, отдыхаю немножко. Далее второй пятачок, вот я его раз нормальненько так несколько секунд отдыхаю в районе 5. Еще пятачок третий, нормально, так держать, четвертый. Хват более-менее близкий, вот чуть пошире взял. И пятый пятачок, подышал на руку, чтобы для жесткости, для хвата, чтобы не так скользили. Далее я иду, вот показываю, взял камеру, показываю, все классненько, ровненько. К дипарам, к параллельным барам. И делаю 1, 2, 3, 4, 5. 5 по 5. То есть там 25 сделал, сейчас 25 здесь делаю. Тоже пятачок, дипов. Второй подход, сейчас третий. Вот он. Красивая музыка. Четвертый пятачок. Все нормально. Все путем. Так, и еще один. Крайний, вот он. Крайний в 25-ке. Теперь иду обратно. Вот, а здесь маленько другое местечко. Здесь я делаю, по-моему, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Пятнашку. То есть, и это закончился первый как бы раунд. Теперь второй раунд, тоже 25. Уже в нормальном темпе, с нормальной скоростью, обычной, не увеличенной. Вот они пошли. То есть, вот я танцую, нравится музыка, все как бы гармонично. Второй. А, у меня по новой теме. Второй вот такой идет, это scissors или ножницы. Так, сделано. Что там у нас, какой третий будет? Опять небольшая энергетическая подпитка от музыки. Третья. А, вот такой. А, вот такой. Понятно. Опуски, уголок. Уголок. Опускаем ножки. В верхнем положении, по-моему, уголок. Так, еще разочек. Пропустил. В первом уголке, второй ножницы, третий меняем положение, четвертый это обычные, вот они идут. Обычные прямые подтягивания, без рывков, без всяких. А вот я как бы специально себе подсказку делаю, говорю, разным хватом. Одна рука так, другая по-другому, потом меняем. Так, здесь танец называется «Робот». Из будущего. Технорobot. Так. И вот сейчас они идут. Вот они, как видите, хватаю себя. Одна рука там, другая там. Сям. Потом поменяю. Здесь по 5. То есть здесь получается, что уже не 25, а 30. Но это ничего. 5 заскок. Вот таким образом. Вот он, пятый, да? Так. И далее, что у нас далее идет? А далее мы идем на дипы.